давненько не подтягивался. Думаю, в начале лета надо установить свой примерный максимум. Вот. А в конце лета, там, в сентябре, если я все буду регулярно делать, посмотреть, что-нибудь изменилось или нет. Ну, начнем. Выход. Так. Настроимся слегка. Хорошо. А теперь внимательно посмотрите снимки МРТ. Это 2016 год. Сами найдите, сколько тут у меня грыж шмоля, прочих вещей и т.д. т.п. То есть практически инвалидное состояние. И вот 2020 год, вы видели, я поднимаю вот в такой тяге 300 килограммов. С той спиной, которая у меня была и которую я самостоятельно восстановил, сделать с больной спиной подобного просто невозможно. Так вот, представьте себе, как можно укрепить спину. И причем я изодинамической гимнастикой, она же гравитационная гимнастика, занимаюсь третий месяц. Кстати, я сам удивляюсь схвату. 300 килограмм держать без лямок, я просто от себя такого не ожидал. Так что внимательно изучите мои снимки, пройдитесь, увеличьте их. И расскажите мне, помимо того, что мне поведал доктор. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!